рыбку поставьте. Хороший. Говорю. На рыбку, ладно, хуй с ним, на. Спасибо. Рыб. Дима, дай штрудели. Блин, чё шаману бафать, крест или кулак, помогите. Штрудели вам. Кулак. Кулак. Рыбу дай, штрудели дай. А медвею. Да, медвею. Кулак. Нажимаем. И вместо света поставьте на лёд ауру. Я вот не помню тут, как арканом нормально бить или во фрости лучше. Нормально. Охуенно. Алиса сильная, она. Я понял. Пчела нас не слышит. В смысле, не глухая. Блин, почему выбор у всех есть поголовно, а у меня до сих пор нету? Что это за дела? Потому что ты недостоин. Я ДКшкой, блин, сколько рейдил и никогда его не брал. Думает, дай пусть гильда одевается, это ДТП. Надо было все-таки забирать. Блин, у нас кто-то его на паладин забирал, я уже забыл. Это, кстати, Шансун Хво напал, забрал. Долго, долго, ребята. Че, Чулан и Хант? Хант заходит в ДС? Хант в Дискорд заходит. Чулан нас не слышит. Чулан, туда не иди. Мне кажется, он не увидит то, что написал. Пошел в Альтабе. О, точно, это Инту. Димка. Блин, ну вообще вы, короче, много от меня сегодня хотите. Просто охуели. Все, все готово, можно пулить. Охота и так далее. Ну что, ты, да, держишь, да? Да, я. Ой, я тогда пожу. АФК, да? Это Виби, призови это беса, пожалуйста, а то у нас варба. О-о-о-о, я гроз бросил. Хант напуливает на тебя? По-моему, нет. Блин, опять освобожден. Когда это пейсик? Да, забей. Чулан, на весь козявки. Сали, обезьян, хумви вышли. А, я молчать даже лучше. А это что, новый рейл у нас? Только вакханалию не делают. А нужно объявлять, куда падают? Нет. Или вы смотрите? Окей. Зачем? 10 человек. Ну вот зертех, ну. Да он не зашел здесь. Вот он и сейчас не зашел, смотрите. Он зашел хорошо. Ну, диста не помогает заходить за гвинт. Красавцы. Мороз бил раньше времени. Давайте БР ему. А я в духе. Пиши, вот. Чулан. Давайте БР, 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 быстро, 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 БР. Просто топ, топ, я не знаю. Алиса, дай... Опять нам не освобождён. По царю, салю. Я сейчас скину. Ты не скидываешь. В смысле, ну только шоу. Да надо билд теперь меня, пиздец. Сколько там стаков освобожденки можно? 5 миллионов. Я по 5, по 6 собираю. Зовите ману, пристав. Нам взлет. А, чулан не слышит. Ну, чулан на КД. А, понял.
Чулан, заход и сразу. Угу. Ну ко... Боже. Хан... Я советую ханта менять, хан... пока не поздно. Не только хан. Давай, вставай. Нахера вы ханта разбили до конца? Короче, без него бьем, хватит ДПС. Будем надеяться, что хватит. Добиваем. Да, взяли нубаса в рейд. Алиса, а тебе вообще стыдно должно быть? Мне стыдно. Пробахайте. Еще стыднее должно быть. Виби демон не бьет. Сальву, плиз. Почему? Я ну, кидал уже сальву, так что нормально. А, по тебе. Алиса, дай сальву по царю обезьян. Угу. Да черт, почему? Понимаю, а что произошло? Да ё-моё. Я прохилил у тебя один. Все надо. А как под голову кинула меня? Хвостом откинула. Это баг. Это магия. Волшебство. Ну, двух хилов. Заебись. Сейчас чуланом будем хилить. Ты там, Алиса, маны побольше себе делай. А то это параш какая-то. Тихо-тихо-тихо, не бейте, я обдотал просто. Не бейте левую. Не пиздец, по-моему. Бля, Дима, ты пиздец опасно бегаешь. Тихо, сейчас зальете. Нормально. Последний. Чё опасно? Наоборот, то пробежка. Да чё ж на мне опять эта освобождёнка? Чуть-чуть левее, дай войд. Хорош. Короче, Димка, 10 стаков, вообще. Изи, 15 хардов. Чё, вообще ебанулись? 5. Давайте переводите активнее, вы не переведёте ещё сейчас. Наш, блядь, взлетит скоро. У меня процент не выстрелил, на выстрел. 1%. На двух хилах освобожденка, осторожно. Перевели. Лево? Да. Дисконтишь? А, вот. Нет. Царьский. Не. Сменил. Сменил. Войд. Ну, у нас один хил упал, а на мне метка. Нужно падать. Ну да, все правильно говоришь. Нужно падать. Алиса, а чё ты сдохла? Ну, ебу. А кто будет ебать тогда? Ответ хороший. Достойно. Морозь, 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 морозь. Морозь, сказал, морозь, блядь. Так, значит, смотри. Ответный удар 16 тысяч. Ледяная аура 3700. Как ты думаешь, что это а такое? Это что? А что это, да? Хуй знает, да? Я, блядь, танк. Алло. А нахуй ты его пошла тогда? Я не умею... Раскрывай палочки. Глаза, смотришь на циферку своей категории. Там будет появляться дебаф. Фу-фу. Ты можешь туда посмотреть? Могу.
Вот на виде мышку туда, на категорию, видишь, там буковки написаны. Так вот, на дебаф тоже мышку можно навести, и там будут тоже буковки написаны. И их нужно, сука, прочитать. И тогда ты поймешь, из-за чего ты сдыхаешь. Ну смотри, на мне было 7 стаков, да, я стояла, блядь, не хилила, и в итоге меня просто шот. По окончанию. Я же сказал то, что времени. Аккуратно на двух хилах стак, ну да, стаки. Алис, когда освобожденка, ты смотришь, если ты прослакиваешь освобожденку, то есть набираешь дохуи еще стаков, то есть больше пятерки, особенно на второй фазе. То есть ты ее не стоишь, не ждешь, не разряжаешь, а дальше хилишь. Набираешь дохуи еще стаков, юзаешь бабл. И все. И камень. Даларан. Вот смотри, сейчас я тебе линкану вот эту хуйню. Так, вот. Вот это прочитай. И на второй фазе желательно, чтобы тебя забегало, ты за грибу сбрасывала эту таинственную энергию. Так что же так могу делать? Вот на груду поля. Фоджи, а ты какой тотем ставишь? Неистовство ветра или для РДДшников? Тхан, слышишь? О, охуенно. Все отлично. Сейчас есть освобожденный. Что, рыбу выставили? Да, вот по центру стоит. Ее, кстати, можно кушать, дай пока Синдра летит. Секунда. Да он слышит, ой, что ты. Он что я пишу? Рейндж, но да, я не знаю, что ты пишешь. Ну, на броню такое себе, лучше с этого силы земли, чтоб с хантом себе давать эту ловкость. Принимает. У вот тебя ты. КДП с 10к, но тактику я не знаю. Короче. Кушаем штруделя. На людей кидается синяя метка над головой, с ними нельзя рядом стоять. Ты стоял рядом, заморозился в третью глыбу. Такого быть не должно. На пол давай. На пол по медведю, по Void Best. Иначе просто будем сагривать с него. Void Best. Ну, что я не бил. Вот так вот. Алло, бей нахуй. Ну, короче, я релоу пишу. Сали его, пацаны. Да, погоди, я не вижу. Я дала. Фоджа, чичуан. Козявки на себя кидаете. Чё-то Фоджа вообще 3к, как так? Ну, миля, так и хоть появилось. Осторожно бейте, я их обдот. Хан-хан, прячься. Хан, сука. Стопнули по левой. Хан, стопнет нахуй. Хан, ты можешь внимательнее смотреть на монитор или что? Пофиксили, они это 4 полос прям. Раньше вешалось. Меня слышно? Да, да. Раньше вешалось на -7%, на -10%, теперь на -7% дамага. Видишь, баф полоски, побежали. Ох, я чувствую, если он доживет сейчас до второй фазы, он нас всех замок. Не факт. Вы отбежите от него.
Будем умнее мы. Что вообще ДПС нету? Вообще говнище. Не, ну у нас проходной. Я на лече сомневаюсь в силе этих двух хилов просто. Это чиз. Сейчас если убьем, на лече увидите сразу. Блять, тихо, ко мне стучат. Обидно. Ну, посмотрим. Хант, красавчик. Я че за другую. Я как бы лучший хэприз планеты, а ты так говоришь. Особенно на прошлом трае в этот лангере ты был офигенным хэпризом. Где? Когда в духа превратился. А. Ну а чё? Это у меня способность такая, чё мне делать? Душа компания. Моса, ты этих волков-то призывал, не? Ага. Ой, ну баса кусок. Хан, ты для кого отрыв придумали? Вытащи на панель, поставь на единичку, не будь таким нубом. Это третья была, да? Не, нормально. Никто не уцелеет. Да, третья взлет. Можно было перевести в две взлетки, если дать Геру, если бы Хант не сдох как ног сейчас. Ну ты прожал, хуёво как бы прожал. Обычно мне мой РЛ первый говорил, с которым я сейчас 25 Геру делал. Это можешь бабушкам подъезда рассказывать, он так говорил. Петя, стопни по левой. По это добью, прячься за правую. Ой, я не спрятался. Ну, лошара, чё? Бывает. А царя сальва. А лучше две. Она заебала. В смысле? А, скучаю фазом. Аккуратно. СС начала надо идти. Скидывайте стайки. Ща, голову разобьют, я заберу. Какая по лицу прилетела. Забрал. Там быстро ее так не разбивайте. ДНМ. ДНМ на то, налево. Вот лучше спрячьтесь за ней глыбы. Потому что сейчас будет рейдяжечка. Иди, иди. Зимку дал. Разбейте глыбу левую. Биби на центр. Быстрее в глыбу. Добро. Что-то стоп на левую. Добро. Царь на хп. Быстрее. Не успел? А, не успел, отлично. Добро. Ага. Две глыбы, все по глыбам, тулдед. Первую и вторую сразу. Сначала глыбы, потом бот. Кружок. Царь. Налево. О, сейчас будет притяжка.
Убежали. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Прожимки нету. Чулан поднимай. А, нет, не надо. Баф дали сразу. Разбили глыбу. Глыбу разбейте. А, ну... Значит, я смотри, Чулан... Тогда он умрёт. Не-не-не, ты этот, как вой, дашь? Дай бы я дам, его. Я дам, и ты сразу гимн на хп прочитаешь. У меня уже нет гимна на хп. Сука. Давай, 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 Бэр. Бэр, давай. Быстрее, хилься. Нажимка хилься. Будет через 13%. Сейчас 2 секунды. А посос на центр. Иди. Может, Герду дадим? Царь на ман. Налево. Рано еще. Захиль тереет на фул, блядь. Глыбу разбить. Ебать, у меня хп вообще круто. Убежали. Дал прожимку. Пиздец. Сори. Ну, ты кусок нуба. Согласен. Но посос бернишь. Я хилю. ДНМ разбейте. Блять, у меня. Секунду, Фоджу, блять. Белый бэйл Фоджу. Пиздец, сорян. Короче, ты не захилишь этот рейд, просто ты Сидру не захиливаешь, и Лича вы не захилишь. Давай я заморожу, блять. Нормально. Дай Геру. Играйте. По глыбам тоже не забываем играть. Меня просили, было бы хорошо. Да нету бы. Мою разбить, сейчас попробуем с ДПС. Сорят, 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 сорят. Нет, все. Блин, меня... Валяна, не метка. Отходи. Ничего, у меня еще есть, если что, Реус. Берса, нате. Берса? Какая? А, блять, у меня 3 минуты. Бабах. А, ну даже если бы я не сдох, мне кажется, берса была бы. Короче, рейд каких-то нубов. Все умирают как нубы. Ты умираешь, хер знает, и чего ты там дохнешь, ну-ка. Я от притяжки сдох. А, сука, полиприст. Не добежал. Показывает смерти твоей, блядь. Да притяжки, там... два раза притяжки он сдох. У тебя что? Не, один раз, один раз от притяжки сдох. У тебя что, тело и душа не вкачано, я не понимаю. Он не через мой билд хилит, он хилит, блядь, через обоссанный билд, это, где молитву этого надо хуярить, по пятерым целям, которые... О, ну, да, маслы. Тело и душа не вкачаны. Ну ты нуб просто. Давайте согласен. Давайте я зайду на друида, только на этом, смотрите, только на личей, когда убьем. На личей ты тоже на друиде останешься, потому что они не захилят, это я тебе 100% не, говорю. Я с маном на дуб зашел. Куда бы зашел? Шаманом на сундук. Чисто а, ну конечно, забрать. Конечно, заходи, потому что они обсираются по КД уже. Не захилят вдвоем. Ни лича, ни синдром. А ты шо изи? Он шарпишь, тебе сказал. А еще я в ханте не уверен, он просто как нуб падает, не может отпрыгнуть. На глыбах ловит дамаг. Как он 61-й одел? Я просто не понимаю. Магическим образом, наверное. Я не знаю. Чё там, Грул Магик Гер, да? Рюрики. Раз, два, три. Не, ну в обычке он был. Потому что апнуты печеньки. А можешь его кикнуть? У него 3 брюля, блядь. Я не хочу с ним идти просто. Чисто принципиально. Хан, ты тут слышишь нас? Да, слышу, там слышу. Начинай как-то получше играть, потому что это не дело, это, ну, говнище какое-то. Ты тактику не знаешь, что ли, или ты просто невнимательный, или у тебя комп лагает. Сразу говори, какая у тебя проблема, потому что, ну, это не игра, это говно. Моя игра. Она мне там лежит, и таким же, как я. Говорил, что... На груле, типа, с пугами, это просто жесть ходить. А тут гильдой. А чё вы хотите, без Геру уебать? Ты
без гера. Да она он и без гера убивает. Нельзя кого. Без гера, Тём. Просто ханту нельзя падать. Ну, два месяца я бы не поиграл, я бы так не тупил, как ты. Что, я больше не играл? Я три месяца не играл. С апреля не играл. Ты просто два месяца назад, видать, таким же нубом был. Либо, ну, либо у тебя какая-то очень серьезная проблема, что ты прям забыл, как тут что делать. Клешни. Мне котом или хилом? Хилом, конечно. Три хила пойдем? Ну, хотя я хер его знает. Вот давай, шерпиступ. Просто на мужика. Захилите вы вдвоем или нет? Я знаю, что это тяжело. И то, что от притяжки тяжело отбегать без... Ну это да, пиздец. Точно, Дима, не думай. У меня IQ меньше 10. Давайте думайте. Если он будет хилить, то ДПС будет жестко не хватать. Допустим, это синдромы за хилем. Шарпиступ, спекайся в ШП. Заебись. Где мое МК? Вы меня вот позвали, блядь, на такую хуйню подбили. Тёма, вай подряд, это все. Я отлично. Сам подбился на такую хуйню, я не ожидал, что такое говно здесь будет происходить. Дима, дай МК. Если бы я тебе не писал, ты бы и не спал. Дима, блин, еще МК отдавать, ужас. Ужас, значит. Заставляю. Просто жесть. Ой, а чё, 202? Короче, у вас буквально минут 30 моего времени ну, есть. Ну всё, один трай на синдре даём. Ну, два трая на синдре, если не убиваем, расходимся. Всё. Потому что, ну, блядь, серьезно, ребят, мне надо будет уебать, мне еще аукцион надо выставить. Да мы не будем задерживать никого, конечно. Ой, блядь, пришел ли час закрыть, пиздец. Всё, босса с Алисой хилят. Ну только Гера нет, нахуй, вот проблематично. Да, ну похуй. Унесут ваши души. Да чё ж на мне опять освобождёнка? Дестер, приутарись мертвым. Сбрось агро. Хант. Угу, отлично. Царь Виби. Спрятались. Слева близко. Алис, ну, чё ты вышла? Она квест на шеем делает. Угу, походу её. Это просто за танка они всегда выходят. Алиса, на тебе смотри, освобождёнка. На двух хилах. А, нет, на одном. Да почему же опять-то на мне ужас? Царь ДНМ. Дима,
По глыбам стопнули пока. Прячемся за глыбами. Разбили. Сайт стаки не забывай. Я помню. Так, ДНМ. Осторожнее бьем, я отработал. Царь налево. По глыбам не забываем играть. Дима на центр. Дал прожимку на всякий случай. Прятаться не забываем, стаки сбрасываем. Глыбу подбили. Царь на центр. Забрал. Отойди, Хан. Хан, отойди. Правильно, угу. Так его. Сильно близко не ставь никогда, босс дергаться будет. Хан встал, я поближе поставил, чтобы... На него. Что тебе стул налево? Блять, нам не место. Сейчас сразу разобьем, да? Сейчас будет подтяжка. Бегайте. Прожимка. Отбегайте, у меня прожимки нет. Отлично. Хильте его. Хорошо, я успел шилд кинуть, блять, ты на самом деле можешь кинуть? Я мудак. Еще вопрос? Да ебись. Охуенно тебе. Тихо, мастер, сейчас его убьем. Ухами? Нет, водочка. Типа. Лопасос на центр. Может просто зряганем? Нет. Лучше выживать научитесь. Играем все по тактике. Разбили глыбу быстрее. Нет, Гер, у нас шамала нет, Рейдер. Да на самом деле Гера, до берси 3 минуты. Хули вы дрочитесь-то? Играйте по тактике. Разбили глыбу. Хомбы направо, направо. Нормально, нормально. Пусть на центре стоит.
Разбили глыбу. Блять, Дим, хуйню не говори. Дал прожимку. Сейчас, блять, сброшу. Изи. Короче, чтобы вы знали, если вы идете в 10 целка, то, во-первых, прочитайте тактику, во-вторых, запомните раз и навсегда, на всю жизнь, Синдрагоса — это босс на тактику, на выживание, не зерг. Здесь никакой зерг, никакой рост не помогает, если вы, сука, не будете прятаться за... Ну, заходи на шамана. Ну, что без шамана, мы лича точно найдем. А, они не захилят, а те с горами. Царь нахила. Ну, царь, ты видел ДПС его? Без царя ДПСа не хватит. Ну, будем пробовать, в чем проблема? Ну, не знаю, я прям, не знаю, не могу сейчас прикинуть, но мне кажется, не хватит. Ты выдержишь босса с шаркарем? Да-да, конечно. Можно попробовать. Такой ауешник, ауешный дамаг, ну, хороший. Да я в 24, 20-10 выйду, и все, я, проблемы нет. По ДПСу мы пройдем. Следственно, просто диспел даете в рейде. Любой диспел болезни, если шаркарь в рейде, соответственно, перебросится на шаркаря от чума. В любом случае. Так, ну я все, я... правильно? Да? Только потом будет этот... Давай, мозг, заходи. Ну что, осталось только босса на третьей карте убить нормально. Минутку. Царь, хилаш, пистол, шп. А, ладно. Перебрось там Мосу с шаманом. Мос, а ты делал кружку-то? Или хуёво кружка пашет? Не, она, кстати, удивительно, но даже с тем галимым ДПСом, что я дал на Синдре, она дает очень хорошо. Так лол, у меня посильнее хэпис, чем у царя. В чем смысл? Нет. У тебя же 3 232 левела. Нет? Ладно. Да я хуёво хил, пускай он хилит, я подамажу. Нет. Нет, типа дамажит он точно больше меня, а как он хилит, я не знаю. Плохо вообще никак, братан. Ну и у меня билд еще на 25. Так, по тактике. Звезду на меня повесь, пожалуйста. Смоните, пожалуйста. Виби, дай шкаф. Шарпистол на мидвей, звезду повесь. Сейчас повесил. Почти повесил. А, или вой, дай ассист. Сейчас. Я повесил. Слышь, я во фроста, потому что буду станить эту курву. Курва, мать. Так. Ух, мне кажется... Соответственно, Хант, ты стоишь на минимальном рейнджек боссов, с которого можешь стрелять. Босса ставят вот здесь. Это первая фаза. Соответственно, стоишь под боссом. Че, в одного пробуем или... Да давай в двух, похуй. Там посмотрим. Если что, второй трай в одного попробуем. Сколько сил? Будет хуёво, мы Царь, по маню... Филе и Алиса хилит. Всё у нас нормально. Нету 1%. А, он есть во фросте будет? Дальше. Ты прикалываешься, Шерпесту 5к ДПС, а царь 10, 12. Нормально, блядь. Хуй знает, просто не в персу прям. Дальше, соответственно, Хант, будет болезнь. Соответственно, если на тебя я ник твой произнесу, ты отбегаешь к луне, к мобам, ну, к трусам, к мобам. Я с тебя диспелю болезнь, ты обратно бежишь к рейду. Это вся твоя задача. Ну, соответственно, на войд, на мишку нашего, на войда, на пыл даешь лича. Болезнь не диспелит, ты сам, да? Я продиспелю сам. Угу, окей. Далее, соответственно, когда доводим до перифазы, у босса есть 3 фазы и 2 перифазы. Соответственно, доводим до 70% хп, начинается перифаза. Отбегаем вот сюда на лед. Будет появляться с людей духи. Соответственно, будет 3 духа. Ты играешь по духу, это раз. Во второе, лич будет в центре, вот здесь. Будет кастовать. Соответственно, если ты будешь вот в этом диапазоне, то есть не на краю, то есть где вот этот лед, если видишь, он потом обвалится на второй.
Если ты подойдешь ближе к личу, соответственно, по тебе будет дамажить. От лича будет на рандомного человека в рейде, как его, вешаться ледяной шарик. Он будет лететь к ним. Если он подлетит и взорвется, те люди, которые были целью этого шарика, они вылетят нахуй с платформы. Тебе твоя первостепенная задача будет подлетать шарик, ты его должен убить. Все остальное время ты играешь в духов. Надеюсь, понятно. Далее, вторая фаза. Вторая фаза начинается, соответственно, Войд ловит лича, ставит его на центр. Я веду духа, если останется дух. Все остальные играют по духу. Духа убили, потом начинаете играть лича. Дальше. По особенностям на второй фазе. Будет призываться одна валькирия. Одна валькирия будет брать одного рандомного человека в рейде, соответственно, как он. Она его возьмет и будет лететь на край, чтобы скинуть его с платформы. Ее надо убить. Соответственно, если она, кроме того случая, если она не берет лока в... Ну, не хватает лока. В остальных случаях вам надо ее слить. Далее. Будет вешаться осквернение. И да, под призывом валькирии ты должен будешь под лича давать каток, если ты не знаешь. Это твоя лужа, которая... Ловушка замедления. Да, ледяная. Ловушка замедления. Ледяная. Ты ее должен вешать перед валькирией, да. Трапа со льдом. Дальше. Будет босс кидать на рандомного человека отскленение. За 5 секунд я буду это анонсировать. Вы отбегаете или от смотри за звездой, или к трону, вот здесь вот, держитесь на расстоянии, рейндж 8 между друг другом, чтобы успеть выбежать со осквернения. Далее, или к порталу, откуда ты появился, вот здесь. С этой стороны. Главное запомни, если на тебе осквернение, ты не бежишь на, на путь несения валькирии человека, чтобы не разлилось там осквернение. Когда осквернение повесится, под тобой или под рандомным человеком в рейде появится лужа. Ну, на том, которым было осквернение, появится лужа. С нее надо не выпрыгнуть, а выбежать очень быстро. Это вся задача на второй фазе. Выбежать, слить валькирию. Одна кнопка, отрыв нажимаешь и да, все. Подпрыгиваешь, отрыв, все нормально. Далее, соответственно, переводим ее до 40%, начинается вторая перифаза. Также отбегаем на край. Соответственно, сливаем двух духов. Ты сливаешь ледяные сферки, погоди, Вой. Какой, точнее, да, ледяные сферки. Начинается третья фаза. Ставит его, будет, соответственно, на краю босса. Тебе надо будет стоять сначала за спиной, стрелять на минимальном рейнже. Далее, босс будет призывать духов. Когда он призывает духов, танк, Мишка, перебегает на другую сторону с боссом. Соответственно, ты должен будешь бежать по краю платформы, потому что после вызова духов он будет вешать осквернение. Иди в жопу. Далее, соответственно, перебежало, осквернение, как его, разлилось, ты забегаешь обратно за спину, потому что духи будут лететь после к нам в рейд, чтобы взорваться. Если дух взорвется, как его, он может шотнуть, то есть там, блядь, по 15 или по 16 к дамага входит. То есть если вы встанете в одну полоску, я этих духов разрежу. И третья особенность босса на третьей фазе, это как его... хватка или как там. Он, короче, хватает человека, его должны очень быстро прохилить. Появляешься в комнате. В комнате будет моб для хилов. Вам надо захилить союзного моба, соответственно, сбить каст. Для ДДшников убить моба и сбить каст. Красному мобу сбить каст. Да-да-да, красному мобу сбить каст. Этот. Главное, не убейте до того, как он будет кастовать. Надеюсь, понятно. По тактике это все. Рыбу поставил. Бля, где? Рыбу поставил. Кушаем рыбу, фулл баф даем. Ну ты же был шорт-пистул. Да я рофлю, камон, я знаю все. Соответственно. В комнате не был. Хочу побыть. Рофлер. Если там... будет моб, ты ему должен... Да я знаю, что зеленый и красный моб, но за красному сбить. Что не нежити? Да, я знаю. Давай. Я читал тактику.
Мы стоим в квадрате или квадратом босс пойдет? Я в квадрате, уже... стойте. Хочу ок. Хэп-приста сделать, чтобы перехилить тебя. Кого ты хочешь? Кого перехилить? Шерпесту. Извиняюсь. Ой, вам прости. Да и царя тоже перехили на изи. Вот сейчас бы чувака, у которого ШП мейн перехиливать, блин. А у меня тоже мейн. Да, чувак. На пол дай на вайда только. Все, поворачивай. Нормально. Готовимся. Фоджа. Брат. Босс на третью карту, на вайверсу нормальном. Там ОЕ нету, да, придется мобов выбирать, но... Сколько сейчас хилов? Два. Два. Ой, лобосос. Как ты его называешь? Я не понимаю, какого хера вы с пула не дали берсу? Рост. Да ладно, что-то. Попробуйте нормально. Ну, два раза мы ее заюзаем. Сколько там процентов идет? 35? Уже 3% доказано. Вайда похил. Застер ко мне. Быстрее, застер! Обратно. Опасался прохил. Чувак, прохил. Алло. Ну, короче, смотри. Сейчас я тебе дам БР. Отходим на край. Пробуйте. Блять. Хан, не забывай про сферы. Диспельте только. Стой, да. Ха, третья карта, блядь. Изи, да. Стэн, ты на зиме стоишь. Подошёл. Лопасос. Дух на мне, если чё. Танкуй. Это от вот болезни чё. Блядь, диспельте с меня болезнь. Диспелили? Да, всё, ну. Ой, блядь. Что я тут пью? На край. Сферу залить. Отдай мне их. Похил рейда, дал прожимку. Валькирия. Валькирии дал стан. Играйте по духам, блядь. Нет, они не захилят. Где там Алиса? Ну, кто-нибудь, ты жив? Царь, ты жив? Да, да, живой. Да, царь. Чарис, ну. Давай на пару. Пишет, у них маны ноль. Ну так, а чё, молчим? Не, у меня нормально все с маной. Ну, давай в этого, как его, хилач. Мне, в принципе, хватало маны. Ну, а причина, почему вы не захилили мне этого? Мне хосты мало. Дай масс-рез.
Не захилят. У меня багается, у меня масс-рейдж. Они вдвоем не вытащи его. Да он вот именно что не вытаскивается, у меня ДБМ его не разрешает вытащить. А, близко не подбегай, видишь почему? В сферы подходит достаточно на расстояние, ты бьешь сферы. Ты сейчас сдох просто от льда, который кастует на перехвате, блядь, лич. Ну, Хант тактику не знает, блядь, просто и все. Просто в следующий раз, когда сюда Хант пойдешь, удосужься прочитать тактику. Чё, в этот, в два также будем или нет? Ну... Дай попробуем. Два хила не захилят, ДПС не хватает, Хант не знает тактику. А так ДПС Сари даст. Все нормально. Шерпистол, давай в хила, Сари. Я уже в хиле. Да там ничего не поменяется, в принципе, потому что я когда начинаю отвлекаться, блять, на танков, когда они начинают просаживаться, Алиса ну, должна... Сколько, блять, этих на... Я Аликов, дал... блять, на этом острове. Там их всегда дохуя. Ну нет, они все стали возле этого, блядь, квеста. Очень важный вопрос в данный момент. Мастер, да, очень ты важный. Тут? Ты можешь так наличать 10 оп пойти? Кем? Ну, кем больше всего ДПС дашь? Варом? Зависит от того, нужен ДПС или хилом? Пусть шаманом ДПС. Идет. Пусть идет шаманом. Я пойду или хилом, или котом. Только ну, на вот сундук энхом. Ну, я не так знаю. Так тебе энхом надо идти сразу, ёпта. Зачем? Нет, там он зайти может на сундук. Надо подумать. Вот Холи Палчер, стоп, давай, короче, заходи шаманом, Мосса на друида, Мосса будешь котом. Да, я квест ежедневно не могу ждать. Мастер хилом. Вот. А надо еще, блядь, Ханта куда-то убрать. Я же его хотел убрать. Ой, блядь. Не будет на публасть, я сорвут игру. Я спекнусь в Аркана, чтобы огонь не срывать. Мне-то что? Мне пофиг. Спекнись в Аркана и бей в Аркане, нахуй. ТДПС так я просто Вальку станю. Да отстань, я сам застану. Или давай пробовать в одного, блядь. Так, все, берем этого самого. Хант, портуйся в Долоран. А вместо так... кого я? Подожди, а вместо кого я брать такой? Угу. Сука, тупой войд, блядь. Давайте я посижу на замене, да просто какая потом НХ. Что, шаманом заходили, да? Да. Надо, блядь, на замену 10к ДПС. Я не знаю, я потом перезвоню. Ну ты вожде скажи, что ты его не берешь, то да, я сказал. Давай, где ты заходишь на шамана? Да, я сейчас буду грузить. Короче, ты в курсе, да? Тут будет с тобой хилить Шерпистук и Алиса. Втроем вы никого не должны проебать. Друиды есть? Три друида. Нет, да. А, ну в смысле, просто друиды есть. Нет такой. Ну, не должны проебать. У Мосса ДПС заебись у царя, чулана, Виби, ДНМ. Две еще ставки. Там должно ДПС хватать. Ретрик есть? Нет. Нет. Хуёво. Тебе не надо ретрик, тут два приста. Да он про 1% МП5, блядь, который в секунду регенит. Ретрик, фростмат и этот дает. Народ, место есть? Поэтому оно и ману хилов садится. Кто? ШП может давать ману, как бы тоже. Ты кто? Место есть. Ты вождь? Танка ду... нет, рубли. Нет места. Эрдрум. Давайте, шкаф. Пиздец. Вот сейчас, если никто не затупит, ни с чумой, ни с искорнением, то все убьется, изи. Хант просто не в курсе тактики. И Виби шкаф ставь. А, он написал 2 минуты АФК. Понял. Пойду пока кофе налью, чё. Угу. Рыбу поставил он. Нахуй, жрите пока.